В Башкортостане прокуроры обнаружили свыше 1500 нарушений при реализации национальных проектов. Особое внимание традиционно уделили госзакупкам, строительству и ремонту объектов. Так, к административной ответственности привлекли главу Нуримановского района за прием и оплату работ по благоустройству парка культуры и отдыха в селе Красная Горка, которые на самом деле не выполнили. В Буздякском районе административное наказание получил подрядчик за нарушение сроков капремонта сельского дворца культуры. В прокуратуре Башкортостана также отметили, что ведется активная работа по пресечению хищения бюджетных средств. Так, по материалам проверки прокуратуры Аскинского района возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных для компенсации индивидуальным предпринимателям финансовых затрат при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Надзорными мероприятиями в Гафурийском районе и в городе Сибай пресечены факты хищения бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на возмещение затрат сельскохозяйственных кооперативов, а также за приобретенные туристические путевки. Ну и в целях устранения выявленных в 2023 году нарушений в исполнении нацпроекта в суд направили 334 заявления. Кроме того, вынесено более 600 представлений к дисциплинарной и административной ответственности, привлекли 566 ответственных лиц. По материалам прокурорских проверок возбудили 10 уголовных дел.